Сейчас я куплю эти, подождите, барабаны, чтобы Лау по голове долбить. Ты, точнее, не куплю, я их возьму. В гильбанке. Потому что я могу. У меня есть одна рыба со специями. О. Еби ее сейчас, типа, ну, кто умрет, тот нахуй, блядь. Потом придет люди, которые поймают. Я ебал. Не поставишь? Да поставлю, поставлю. Была бы на 2 часа, но... Натя, жарите. Бля, она даже выглядит вкуснее, блядь. Той, Егорыч. По-моему, такая же, блядь. Да она вкуснее выглядит. Две мандаринки и камбала, ебать. Это камбала? А, камбала. Ну хуй знает, что это, блядь. Ну, селедка. Сазан. Ебать, у меня из ПД сразу выросло, ебать. Бля, дайте ДД фласку, пожалуйста. Нет, сами. Ты серьезно сейчас? Ну да, ну нету в ГБ, блядь, не могу. Ну, надо мне шкаф поставить, вот шкаф, блядь, этот, ГБ поставить. Вначале инста стоит. ГБ? Да. Сейчас, так. Тебе сколько, две? Ну да, я думаю, за 2 часа пойдем. Пойдем, на ходу там. Саня, Саня, мы не успеваем. Мы не успеваем, Саня, мне пизда. Саня, там болото позарился. Че у тебя, типа, 18 мина на медведя лучше, чем 275 хп? Угу. Больше. Ну-ка, превратись. Да, а где эти ДД тринки? Нахуй тебе столько стамина, ебать, еще орёшь? Да, ты мне выбил эти ДД тринки. А вот их нет? Нету. И ДД шмота нет? Всякие фурики же одеваются, блядь. Всякие, блядь, медведя лутают 2-4, блядь. Ну, кстати, Рай сливнул с гильдии. Почему? Точнее, его кикнули. А почему его кикнули? Я не знаю. А кто это? Через свое уебище. С какой? С нашей? Ну ты с ним Каражан, блядь, последний раз ходил. С тобой ты 4 ролил. Я не понял, как ник ты говоришь? Райс? Вар Райс. А, так он этот... Его же это... Кикал. Бьорн. Я говорю, его, блядь, кикнули. За что? Там, короче, какой-то лог начал его убивать, возле Каражана два рейда собирались. И он, короче, это... Он ОФК был, он подходит и начал в гильчат писать, типа, вот, пидор, что ты делаешь? Типа, ну что-то типа того, я не помню уже. Там на видео есть, блядь, или нету. Ну и, короче, этот его кикнул. Да, мне дали уже, спасибо, не надо. ГМ его кикнул с гильдии, типа, за такую хуйню. И никуда он теперь прям интересно. Я его к себе не возьму, это уж точно. Надо, брат. Пожалуйста. Нормально, да. Секунду. Алло. Да, сейчас, секундочку. Бля, мужики, короче, вы сами там, ну, так, убьете без меня? Да ты убил, подхилил. Я хапку приехал просто. Ну давай, чеши. Давай, сейчас, я буквально быстро. Буквально быстро, на, привет. Парам-пам-пам. Чё так медленно ходит, блядь? Вон этого подхиль. Ну и что кикнули? Я-то тут при чём?
Сам-то он вроде бы ничего такого не сделал плохого. Но написал типу, что он уёбок, и все. А чё ты удивляешься? Хуели, я умер, кстати. Тебя отпиздили. Ебануться. Вообще не могли мне подхилить, блядь? Или дать боб там, я не знаю, чем. Ты стоишь, блядь, на тебе 5 стаков. Какой килл? Ебануться, минус рыба получается. Хотя бы прицепился бы кому-то. А, вообще меня видишь, что он летает сюда. Я ушел, у босса было половина хп, ебать. Я думал, вы добьете. До того, как я сдох. Сань, ты обратно бежал? Нет, чуть-чуть не поднялся. Сука, у меня нет. Прям пошли, прям далеко. Бля, да, да, ты прям иди, аври, все подряд. Иди, иди, дальше беги, вот. Дальше беги, 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 и что беги. Все, красавчик, мог бы сделать. Просто лучше. Давай. Ходи. Привык прийти ему треша. Дальше, дальше, иди, дальше. Иди, 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 иди. Кинул гранат. Так, ладно, я сейчас чат ебу.
ротация из трех в одну превратилась. Видишь, я жопой танчу. Сейчас ТП, сейчас бы спина не так. Хорошая разница, если убивают. Сейчас. Не пуляй босса только. А чё? Пуляй босса. Ты Егор застрял. Так. Потыкните уже, чего вы стоите? Ещё раз тыкните. Внимание. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Промах, 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 промах. Камень. Какой камень был? Камень ночь. Сань, запулишь? Ой, Витя, прибежит.
гранат. А чё этот сушист молчит? Какой? Хау офигел. Хау шмау. Не, я, конечно, могу чавкать, ебать. Ой, сейчас я умрёшь сейчас. Полетел за рыбой. Пизда, ты чё она? За рыбу, Сань. Ты типа уже заказал, уже привезли, что ли? Я да. Ну я вот это ем, самый темпура, который ты сказал. Я, правда, не помню, с чем мы её брали. Тут ты поймёшь, что это с чем. Ну такая, типа, знаешь, она как будто, бля, в панировке, да? Так, может, типа. Ну. Типа, вот так, как кисти крылышки. И ещё сейчас даже руку поменьше очень немного. Я говорил, блядь, как котлету. Не, просто хуяр, что это ебаный васаби, и всё нормально, и вкус чувствуется. Говно. Я не помню, чем мы заказывали. А, я сейчас посмотрю, у меня чек есть, если бы даже. Блядь, или нет. А, вот. А, шримп, это что, рыба? Со вкусом говна. А? Креветка. А, ну креветкой бы иначе выпью. Тупо ебать креветос, нахуй. Бери босса, пойдем до следующего мобовщика. Бьем. Да не, давай добьем лучше. Пойдем до двух мобовщиков. Страшно? Ну, по пути запинаю. Вообще туда наверх нужно идти. Ты подозвал? Можно и наверх сразу. Тут мобов. Все равно. Мы типа уезжаем его, да? Бля. То 20% будет реталос. Ретало. Стойте, я приведу. Стой, дай морду спадет. Я себе морду отжимаю. Нет, жду. Может. Даже поднимать его спуска нет. Не, стой за стенкой, Войт, где мы стоим. Иди сюда, Войт, иди к нам. К нам иди. К нам, Слава, где мы стоим. Блядь. Слава! Вот где мы стоим все.
Я, блядь, за угол прячусь. Прячься, блядь, а она бежит нахуй. Ай, да, блядь, минуты хилится, а я грю на себя. Я дождись. Ебать. Пиздец. У меня зубов не было, нахуй. Чё ты дохуя прибежала? Чё не прибежала обычно? У меня не было зубов. Ты начал отходить и... Так, сами а я не отходил, оно откидывает пинком, кто-то откидывал. Там. Надо было стоять так вот, чтоб тебя откидывало. Потому что они забежали и начали расстреливаться. Эх. А было прикольно. Да надо там поближе, наверное, агрить. Вчера нормально запулили, блядь, убили этот хуйный баннер. Что, попытка номер 2? Там вчера тоже был на коляске, если что. Да, ну ладно. Хотя тут тела лежат, блядь. Просто отпизженные. Чё, ещё раз? Попытка номер два. Вы, короче, станьте подальше вот тут вот, а я вот тут стану тогда. Все, обычно заберутся. Мы смотрим, мы бы на месте стоим. Кинул гранат. Че так мало ты? Да там они что-то залагали, типа они даже не пулятся. Пошли попа. Там они стоят. Ну эти два дурака, ну. Кто-то вылетел? Да я вылетел. Чё, ждём? Да я захожу уже. Так от него баджи дают. Копьём. Давай, блядь, чё ты ищешь? У меня, блядь, по обратной потоку. Красивая победа. Стоял.
за лука выпадает. Это мы второй уже идем из, да? Да. Не обострёнка, пацаны. Ой, я на него повешал хуйню. Так, я покушусь, сделал. Сожрал ролл? Да. Ты только один штучек заказывал? Там 8 штучек. А. Ну да, только этот шрин, который даже там одно говно ходит. Ну да, кое чисто. Хуй пойми, я чё ел, блин. Жрать можно, но похуй. Сердоль. Сюда, сердоль. Так, ребята, сейчас регните, я пойду... Фас-фас покурю. Прям супер-фас. Не, я бы тоже туда сходил. Давай после этого прям. Давай, сейчас тут быстро. После инста, в смысле? Да, подожди, ты уже ушел. Пау. Тогда не пуль. Надо его подождать, чтобы ты собрал. Тут мы прям сейчас крутанем нормально. Да, у тебя символ есть на напул? На напул? Угу. Да. Плюс 4 там, плюс 4 секунды. Угу. Где РБК топовый символ? Ну, он 4 секунды и до минус агро. Не, 4Т4 я не ходил, а вот 2Т10, 2Т4 ходил. Там мастерства собирается, хардкап.
Че, гол? Пацан, ну тебе надо прям запотеть сейчас по. Да куда-то их. Прям по центру, давай. Все? Что-то там маловато, мне кажется. У меня там, у меня на бородяге стреляют. А, нихуя себе. Ребят, я не ходил по один. Либо ты чё, блин? Вы их добьёте или нет? Чё, дохуя тут кастеров, блядь. Хуя меня застрелили, на. Вставайте, вставайте! Вставайте, вставайте. Получается, не запотел. Да-да. Там еще скелетики есть. О. Там от пизда, нахуй, точно. Пизда ДПС? Угу. Че, мы там жрем, нет? Просила я, его. Опять. Какие-то это, слушаешь древние треки, да? Как намаялся я с тобой. Чему проспомнился, да? Подвальные крысы ходят в сеть. Эти реки слышу. Цыганский плащ, мальчик. Еще один интересный за мода была, когда они выпускали типа. Типа чем хуевее плащ, тем он меньше, блин. Так они модельки-то старые брали. Просто статы рисовали, а на модельку похуй. Плащ мало кто. Блять, пидоры стоят, кастуют. Побежали, я кастую, там за углом станем, перебегу. Ебать, промахнулся, лох. Как этот, Тони, пуля в зубах, или как там? Ходи туда, зал. Чтобы все сюда дошли. Нет, сам собьёт. Борис, хрен попадёшь, блядь.
Не, на сову в плане ДПС там ничего не поменялось бы. Статы? Да хуй знает даже. Статы, я не помню там какие статы. Чуть не понял, блять. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Сука, пизди меня, пидор. Заебанец. Не пиздил меня. Это Тириэтин Хан, что ли? Который без приписки. Чё? Это Тириэтин Хан? Кто? Вот этот, который без приписки Хан. Ну пизда скелетом, давайте посмотрим сколько будет. Собери так в кучу прям, жестко. Мало. Ну меньше, да, чем вчера. Хуйня какая-то непонятная.
Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. А второго надо бить, нет? Ну да. Яшмар. Нихуя. Сбили. Сало еще? Да, 8 секунд, так. Отойду, 2 минуты. Че? Хуй вообще. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа.
колдуна. Да пизда, они захиливаются, охуеть. Бля, там еще сзади сагрили. Давай каплю. Ебать, пизда нахуй. Вы не можете косты позбивать или что? Да там колдуна надо было добить, что хуй знает, захилился он. Нормальный вообще. И Нексуса откуда-то привели, блядь. Как по ней ходят, как прям привели, ебать. Короче, они, они сами привелись. Привелись, по-любому. Третьего не дано. Ну бля, РБК без вайпа, это не РБК, знаешь. Ну мы еще ходили, блядь, мы ни разу не вайпались. Не, бывало без вайпа, чё. Просто такие пачки ебанистические. Эти пидоры еще захиливаются, но. Надо колдуна убить первым, блядь, чтобы он за лупу не призывал всякую. Вот этого пидора, о, не этого. Вот этого. Там два, блядь. Ну да, одного хотя бы и будет заебись. Бля, Агри, заводи их туда, пойдем дальше. Ну там идут, чтобы... Бля, там уже идут, да. Иди с этим пидором сюда. Тут как на БГ, блядь, хила ебем. Бля, мне 5 раз дали. Ну пока дубовая есть. О. Бегать? Монокок. Саня, ты уже фул оделся, по-моему? Ну что? ПВП ты фул оделся? Почти, что чё? Но надо, чтоб потом ты мне помог апнуть 2000 как-то. Ну, придём шипер просто игра. Ну, можно. А чё тебе этот ДЦ-лок? Хуйня ебаная. Ну, мы будем тогда ебашить прям этот. Один опен или нахуй. Что ты своего напарника оскорбляешь там, дружок? А? Своего напарника оскорбляешь. Давайте не обосрёмся, пацаны. Почему? Я сказал, что для сорок хуйня. Скажи это при Дэмэшкингу. Ой, их опыт. Да пиздец, я не знаю, как я вот что-то зашел посмотреть один бой, как они вышли против вас, да? Просто он нахуй дал гоуш, блядь, и убил. Да. Кто? Дэмэшкинг? Да. Но я какой-то бой видел против вас, а не 8. Потому что, блядь, мы когда вышли против тех, мы сразу же сдались, можно сказать.
Чел 230 выходит, а мы 220 выходим. Там просто, типа, да, ну... Там просто они, они с крестом там не разъедут. Да там они, у них, типа, сетап хороший при 15. А у тебя что там, а где ты крест? Нет. На 2000 вам тяжело будет, ребята. На 2000 тяжело, ибо я прошлый сезон нахуй с луку, блядь, 150 залетел тебе престом. А ты залетел, ты блядь. Бля, опять А6? Ну, там мансы только кажется. Я голым престом залетел на 70. Взять шмот Антона нахуй и скилл, блядь, Санька, то 2000 вам не взять. Давай, ну, я расскажу, что ему делать просто. Все, блядь, это вызов. Ты посмотришь, что в конце сезона его ШП будет выше твоего ДЦ. Сколько у тебя там на ДЦ, ебать? Че ДЦ? 2200 почти. Ебать тогда, Я 3000 на их стряпал.